300 грамм героина изъяли серпуховские полицейские при задержании двух жителей Средней Азии. 18 свертков с порошком подозреваемые планировали реализовать с помощью тайников закладок. Серпухов, улица Комсомольская. В одной из квартир идет обыск. Двое молодых людей из Средней Азии были задержаны оперативниками прямо во дворе дома. При себе у них было 18 свертков с порошком. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых оперативниками обнаружено изъято еще два свертка из полимерного материала с аналогичным содержимым. Позже химический анализ показал, в свертках был героин. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили в квартире подозреваемых чайную ложку и электронные весы, которые наркодилеры использовали для расфасовки героина. Всего было изъято почти 300 грамм вещества. Поставщики распространяли товар с помощью тайников закладок. На данный момент молодые люди находятся под следствием. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.